один такой экспонат в Санкт-Петербург, чтобы я показала Питеру, как должны выглядеть настоящие тачки. Я вам немножко расскажу ее изнутри, пока не начну снимать. Ребята, у нас уже, кстати, есть один претендент на путешествие на Аляску. Его зовут Данил, но мы точно знаем, что есть один Данил из Огайо. Вот тут девушка с задних рядов нам машет, улыбается и машет. Вот. А есть Данил из Огайо, который с нами хочет поехать. У него есть своя кастом машина. Вот. Но я думаю, что после этой поездки он ее срочно продаст и купит Деволера. Однако я хочу вам сказать, друзья, что неважно, какая у вас машина, самое главное, чтобы вас объединяло с нами чувство свободы, чувство свободы путешествием и удовольствия от того, что вы можете отправиться в любую сторону. Это вы можете сделать только на таких машинах. Вы наблюдали неоднократно, как мы пересекали и Кавказ, и Среднюю Азию, и по бездорожью всю Россию на этих самых автомобилях. Поэтому это самое главное, что дает вам автомобиль. Не понты, а настоящий крутой инструмент. Ребят, берете и делаете. Сказал и сделал. Вот мы скоро поедем на Аляску и вам покажем, как это работает. А вы можете присоединиться к нам на любом этапе. Для этого лимузина набирается специальная команда из 4 человек. То есть, имеется в виду, помимо водителя и пассажира с правой стороны, еще есть возможность 4 участникам загрузиться в шикарный комфортабельный салон, где будут 2 дивана, 2 телевизора, 2 пара, море алкоголя. И много алкоголя, самое главное, а ребята. Какой отбор происходит? Отбор будет происходить по определенным критериям, которые мы еще пока сами не знаем, но уже примерно догадываемся. Мне кажется, стоит объявить уже их. Мои ребята тоже все очень хотят знать, как будет проходить отбор. А мы сделаем аукцион. Аукцион. Кто больше даст? Даст денег. Денег. Даст больше денег. Ага. Опять все в бабки убирается. Ну что ж это такое? Да, свет. Не, ну под панды какие-то нравятся. Давайте. Спрей от загара. Это идет уже в комплекте. За это платить не надо. Я скажу. Ребят, маршрут у нас пройдет Флориды, мы просто проедем насквозь. Единственное место, где мы можем здесь остановиться, это подводные пресные пещеры. Одни из самых глубоких разветвленных пещер в мире. Именно здесь зарождался пещерный давик. Эдуард там был, говорит, все, переезжает, купит там дом. Ребят, я вас уверяю, что вы также будете думать, потому что это просто настоящая фантастика. Дальше мы поедем через Луизиану, те самые места, где только что происходили забастовки, Техас и так далее. Но самое главное, самая жесть, самый угар начнется именно тогда, когда мы попадем в Нью-Мексико, Аризона, Колорадо, Монтана, штат Вашингтон, которые все покрыты изумительным бездорожьем. Это мои любимые места, которые я все исколесил уже на машинах, на мотоцикле. Я знаю там практически каждый угол. И вы можете это сами увидеть собственными глазами. Те, кто пересекал Америку с West Coast на East Coast и обратно, они не видели всех красот, которые можно увидеть на бездорожье. Поэтому я вам очень рекомендую присоединиться именно к такому внедорожному трипу и увидеть Америку совершенно с другой стороны. И у нас будет настоящий крутой бросок на Аляску. Мы проедем через British Columbia, через Канаду. Это дикие места, абсолютно no service. Нет телефонов, нет интернетов, нет бензина, нет ничего. Ребят, только бурые медведи и гризли. Так что, мы, ребята, поедем действительно по-жесткому, по-тяжелой. Также мы в конце своего пути окажемся на дороге смерти. Она входит в десятку самых опасных дорог мира. Это Далтон Хайвей, который пролегает по Аляске и оканчивается в местечке Мертвая лошадь, Dead Horse или Прудубей. Этот маршрут действительно уникальный. И там мы дадим финиш. Там мы поставим флаг Деволера в Арктике. В американской Арктике. Дальше дорог нет. Только Северный полюс и Белые медведи. Ребят, это будет эпическое приключение, эпический маршрут на эпических тачках. Вот посмотрите, люди останавливаются вокруг, не могут никак даже проехать, они постоянно сворачивают головы.
Я вас уверяю, у нас будет очень-очень много приключений. Также, конечно, у нас будет и охота, и рыбалка. Мы не можем без этого. Мы будем залезать в пещеры, будем залезать на горы, будем переходить вброд реки. То есть будем делать все те самые дикие, безумные вещи, которые мы любим делать. Так что, ребята, присоединяйтесь к нам, будьте с нами, и я уверен, будет весело. Сказать, что мы не будем пользоваться никакими отелями, ресторанами. Я думаю, что наши зрители и наши фолловеры, как это правильно говорят, в Америке уже привыкли к тому, что мы живем в гамаках, в палатках. Просто Эдуард, например, спал на земле около костра. У Эдуарда есть отличный опыт, у него уже черный пояс, потому как разбить палатку в лесу. В лесу не только где-нибудь в Саус-Каролайне или Норс-Каролайне, но и в болотах Флориды, ребят, где мы охотились на аллигаторов. Так что во всем этом путешествии мы будем жечь именно по-дикому. Никаких отелей, никаких слюней. Все по-настоящему, ребят. Все, что и будет... во всем этом прикрываю вас я. А? Вот, ребят, мы нашли механика на наше путешествие. Она абсолютно разбирается во всех моторах в ходовой части. То есть, да, ребят, прошу полюбить и жаловать, Алиса, механик Деволера, новый механик Деволера. Вакансия мечты уже занята, ребята, вы опоздали, те, кто к нам не позвонил. Так что механик уже... Welcome! Нам остались только наши гости и друзья, которые будут нашими участниками нашей экспедиции. Ребята, с таким механиком у вас все будет в порядке. Присоединяйтесь. От Майами мы съездим на Ки-Уэст, от нулевого километра стартанем, как обычно, это у нас уже традиция. Кстати, если вы не знаете, я вам скажу, что Эдуард постоянно испытывает свои машины, ездит по одной из самых красивейших дорог мира. Каждая машина Деволера испытывается на этой дороге, делается обкатка до Ки-Уэста и обратно до Майами. Итак, мы стартуем с нулевого километра и двигаемся через всю Америку по бездорожью, по самым диким маршрутам, до самой северной точки Северной Америки. Дальше. Если у нас все сложится благополучно, если все будут счастливы, а я в этом уверен, оттуда, с самой северной точки Америки, мы можем спуститься по Панамериканскому шоссе. Это самая длинная дорога в мире, которая проходит от Аляски и проходит через всю Северную Америку. Мексику, Гватемалу, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика, Панама, Колумбия. Дальше мы уже выберем, куда мы можем двигаться дальше. Конечно, в Колумбии мы посетим город греха Картахену. Мы обязательно пообщаемся с повстанцами. Гаррия с Колумбии. Это наши все друзья. Они очень любят наши машины. Мы обязательно покажем. Дальше мы можем отправиться, у нас будет вилка. Мы можем отправиться либо в Бразилию, либо в Чили. Таким образом мы распределим, у нас есть несколько машин, мы распределим маршруты. Возможно, одни машины пойдут по одному маршруту, а другие по другому. Мы можем пройти через Чили и пройти до самых ледников. Либо можем пройти через Бразилию, посетить джунгли Амазонии. Также посетить один из самых высоких и могущественных водопадов мира, Игуасу. Далее можем спуститься в город Танго, Терра дель Фуэго, и добраться до мыс Горн, ребята. Это огненная земля. Дальше только Южный полюс. То есть практически мы пересечем весь земной шар от самой северной точки до самой южной точки.